Обратите внимание на расследование дела об убийстве братьев Гасангусейновых. В 2016 году в Шамильском районе в ходе спецоперации были расстреляны два подростка. Впоследствии выяснилось и доказано судом, что они не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас дело уже переквалифицировано, идет разбирательство по статье 105 «Убийство», где пострадавшей стороной признан отец. Дело передано в Москву, но, к сожалению, точку в этом деле никак не поставили. Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль расследование этого дела об убийстве братьев Магомед Гусейна и Наби, и, пожалуйста, как можно быстрее официально реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей. Я должен дать соответствующее поручение. Считайте, что оно уже есть. Бастрыкину Александру Ивановичу. Он как раз возьмет это под контроль и мне доложит, что там происходит. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, но обещаю вам, что уделю этому необходимое внимание.